Глава муниципалитета Андрей Иванов в рамках проекта «Выездная администрация» осмотрел новые остановки общественного транспорта в Звенигороде, которые были оборудованы по просьбам жителей микрорайона «Восточный». Спортивный комплекс «Звезда» – место оживленное. Сюда приезжает большое количество детей и пенсионеров в бассейн и на спортивные занятия. Необходимость создания удобной остановки общественного транспорта здесь назрела давно. Теперь рядом с комплексом расположено три остановочных павильона. Они сделаны из антивандального материала, оснащены удобными лавочками. Осталось оборудовать их новым расписанием автобусных маршрутов. Сегодня сюда уже ходят маршрутные такси номер 15 и 11. Количество рейсов планируется увеличить. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».